Краш, слоты, ставки на спорт. 100 рублей за репост и 50% депозит. Все это на GetX. До сих пор шрамы на теле, до сих пор по всему телу шрамы, прикиньте, остались. Ничего не зажило до конца. Типа шрамы не ушли, и теперь если тело разогревается, шрамы видно, прям пиздец, как будто я с драконом дрался. Вы правильно услышали? Угу. Суп куриный я брал. Так точно. А это? Змеиный какой-то суп вы принесли. Блять, его лицо, нахуй, просто на все билборды. Так, сейчас. Как сложно держаться, когда ты такое говоришь. Очень сложно. Лёня, привет. Вопиющая ситуация. Прям я даже вот смотрю и не понимаю, это живое зверь? Да нет, это скорее всего... Прикольнулись, что ли? Да нет. Змеиный суп получился. Охуенно он и объясняет. Типа, блять, тут какая-то змея в супе. Просто вот типа, блять, тут какая-то змея в супе. Вот так он ей говорит. Змеиный суп получился. Это розыгрыш какой-то? Какая-то змея появилась откуда-то. Нет, я просто обзор снимал на еду. Может, кто-то из поваров разыграл? Бля, я похож на просто вот на человека, которому, ну, невозможно поверить в его правду. Я просто чешу лицо там, смеюсь. Блядь, нет, это не розыгрыш. Я, может, кто-то из поваров. Блядь, сижу просто там, весь нахуй потею. Обзор снимал на еду. Может, кто-то из поваров разыграл? Как можно мне поверить вообще? Ну, тоже странно, согласитесь. Ну, просто, посмотрите, как я себя веду. Вот на это ебало. Неужели ему можно поверить после того, как змея оказалась в супе? Ты вот это ебло видишь. Неужели ты можешь ему поверить, что это, блядь, не он зачинщик? Уточните, да. Бля, неимоверно просто. Вот шкодник высшего уровня просто. Вот он весь светится, нахуй, от того, что он, блядь, сделал. Вот это охуенный клип.